Макс, ко мне иди. Иди ко мне. Иди ко мне. Подожди сейчас. Иди ко мне. О, там мопс. Не мопс, тоже. А, или это мопс? Я не знаю. Или... А, хвост у него. Я знаю, как мопс выглядит. В ТикТоке посмотри. Видишь, уже осваивается. Мопс? Да. А это у вас девочка или мальчик? Девочка. Девочка. Ну, вот девочка. Как ее зовут? Афина. Видишь, у тебя подружка теперь Макс. О, мопс. А вот еще у кого-то. Мопс прибежал. Макс, смотри, кто пришел. Еще друг. Еще один. А то у нас Фин любительница. Можно да пускай погладь. Пускай они знакомятся же так, им надо знакомиться. Их нельзя запрещать. Вот который запрещает, они потом начинают на всех лаять. Самое интересное понюхаться. Да, это. Конечно. Они же собаки социальные существа, им надо нюхаться. А сейчас не понюхает. Общаться. Через два месяца он у вас озвереет, будет. Да, на всех кидаться, я же говорю, да.